Здравствуйте, на Мурманском шоссе 7-10 на Мурманку. Ты имеешь в виду, что у нас после на Мурманском шоссе на выход из города дорожная работа. С 5 с утра у нас вообще была пробка на километр. Сейчас пробка, вот как только мы после Народной, после Большевиков проезжаем на выход из города Виадук, и сразу начинается пробка. На Мурманском шоссе имею в виду. Так, само конце рабочая. Так, вышла Фокс, потом Акула, потом стойки Фокс. Метро, метро. По Липовскому Акула по метро. Вечери за вводом. До восстания. Дальше ты покажи. Больше полчаса. Парковка метрики, Volkswagen Escort Transit. Королевский 24, парковка метрики, Volkswagen Escort Transit. 3836, 3836, выход. На приеме. Тахановцы в дом 2, газели Мерседес. Тахановцы в дом 2, газели Мерседес. 0. 2-0, спасибо. Ну понятно. Ага. Ясно. Ну, короче говоря, как Наташка скажет. Дают. Вот. За Мертвого моря, там сауна у них, и на втором этаже бассейн с соленой водой, и плюс джакузи. И все это входило к нашу путевку. Mm-hmm. Вот. И плюс Мертвое море, и что ведь интересно, под открытым небом, но там все накрыто, это сделаны тенны такие, просто натянуты, как потолки. Mm-hmm. Вот это. Праздник там у них был, белые ночи. Uh-huh. Да, я говорю, ой, блин, белые ночи. Ночи там у них это симфоническая музыка, и это опера там, Торе Адор смелее. Знаешь, это на весь где? На всю Натанию. Натания, кстати, город дорогой. Uh-huh. Все дорого, Валя. Uh-huh. Все дорого. Yeah. Ну, я, конечно, выкрала, купила себе сумку. Какую? С одной стороны она черная, а с этой леопард. А-а-а. Леопард и такой здесь бант шикарный, и написано Иерусалим. Очень пустой чемодан, но обратно. Вот такая же жизнь. Ну все, правильно говорю? Ну, что, надо было учиться. Надо было не пьянствовать, а учиться. Вот вы все пьянствуете. Я же каждый второй, может, каждый первый мужик через это пьянство прошел. Вот я тебе скажу, знаешь, что, Лен, дело в том, конечно, пьянство это очень нехорошее. Так нет, хорошо, он закончил техникум. Да, под моим нажимом. Вот, может быть, ему не надо было в этот идти, ну, в общепит вообще. А куда? Ну, может, какой-нибудь другой ему надо было что-нибудь. Ну, техникум закончил, и что? Он мог бы по этой карьерной лестнице двигаться. Да, сейчас он только пальцем показывал. Вот. А он-то, ему же пьянка-то дороже была. 120.3, канале 601. Спасибо, до свидания. Катерин 241, 3, секли 3600, наборе 8000 метров. Поправочка не гасит скорость. Все годится, да, номер один.